Всем привет! Мы продолжаем проходить прототип. Это его девятая часть. Девятая уже, да? В прошлый раз у нас были проблемы с боссом каким-то. Хрен узнает каким. Что-то он какой-то дикий был. Вот, я его сейчас попробую убить в этой серии. Надеюсь, получится. Это я так хрен узнает. Придется немножко заново начать. Там был чекпоинт какой-то. Но в этот раз я без него. Вот так вот вышло. Сегодня вообще третья часть уже записываю за один день. Ну, я что-то сижу такой, блин, что-то делать нечего. Решил третью записать. Что-то, ну, не знаю, почему так. Погнали этого лупить. Мне кажется, ничего не выйдет, но... Чем как бы... Дитя не чешилось, да? Как там это говорится-то? У меня ХП хоть сохранилось? Нет, ХП все равно возвращается. Дай-ка я прокачаю себя. Там что-то было. Как вот это работает? Я просто вообще без понятия, каким образом он выбил. Может, а слушай, может быть, хлыстом его похерачить? Мне кажется, это неплохо было бы. Лучше не прыжка, нет, живучесть. Вот тут задержка регенерации. Поставлю максимальную, ну как бы это нужно, чтобы он быстрее возрождался, да? Это хорошо, это мне нужная вещь, иначе без нее тяжеловато. Хлёсткий удар. Ну он дешевый, кстати, можно купить. Ножной пресс. Дробящий удар. Ладно, все, погнали его херачить. Причем у меня будут проблемы сейчас явно. Ай. Вот мне надо найти его тактику, как он дерется, в принципе. Валить. Вот почему не поворачивается? А, ну в принципе с ним можно драться так-то. Что? А что так легко-то получается сейчас? Или он просто пока что не до конца доделался, как я хотел? Почему ты его не проткнешь этой штукой, которая у тебя в руке? В принципе получается неплохо в этот раз. Валим! Да почему ты не уворачиваешься-то вовремя? Вот эта вот херота вообще не будет, мне будет мешать дико. Валим, валим! Он не валит, он не сваливает от него, он не убегает. Ему похуй, что его бьют. Пиздец. Ну, контрольная точка была, должна была быть. Очень медленно. Ага. Мощные атаки суперохотника перезаряжаются очень медленно. А мощные это какие? Какие-то мощные суперохотники. А херли контрольные точки где? Эй! Васю! Ты чё? Я же дошел до момента, или тот момент, когда военный приезжает. Ладно. Раз тот момент, так тот момент. Какое движение? Живучий нажимал. Критическая масса. Не. А, мне про... А, все тут окей. Я думал, не сохраняется. Меня сейчас огребут, да? Мощные атаки перезаряжаются очень медленно. Вот, вот он не уворачивается, он не хочет просто. Лол, в него попал. Во, вот это, наверное, момент. Беги!
хватай, может быть. Ага. Улыбочку. Просто леща даю. Так. Он стоит. Он стоял. Ладно, окей. Уследить за всеми я просто не могу. Это очень тяжело. Надо дойти до контрольной точки каким-то образом, не знаю. А нахуй. Меня кто-то попал. И еще попал. Ну это жопа. Я хз как. Тихо. Чувак, иди сюда. Он вроде много дает хп. Да блять, ну ты б не помешал ударить, скотина. Кинул что ли? Блять, ну это пиздец. О, вот эта контрольная точка должна быть. Вниз, вниз, вот так. Что? А, это вообще не мне. Блин, тут червь приполз опять. What the fuck is that? Oh, yeah. А это что? Что происходит вообще? Ага, не-не-не-не. Вали, ага. Вали! Это не помогает вообще никак. Он абсолютно неадекватно управляется. Меня это раздражает. Опять что ли? Где контрольная точка? До этого контрольная точка была. А, теперь она есть. Окей, ладно. Бей. Блин, увернуться от этой хуйни вообще невозможно. Чуть танки стреляют. Это вообще зашибись. Да отъебись ты! Ты можешь резать, почему ты убегаешь от него? Почему ты бьешь вот этих дебилов, которые вообще немощные? Мне пизда. Я не могу использовать эту штуку, как и пики, как он использует, потому что не работает почему-то. Вот так я цель его запихаю, пускай попробуем вот так теперь попадать в него постоянно. Ага. Вали, блин, да убеги ты отсюда! Дебил! Когда ты уже нажимаешь бежать, ему похуй просто. Это раздражает очень сильно. А бегает он быстрее. Ага, хер тебе. Врыло. Так, КП вроде восполнилось, можно попробовать его херахнуть. Блин, он так быстро реагирует на это. Как к тебе подойти, и как тебя уворачиваться? Как в этой игре уворачиваться в принципе вообще? Да почему ты не бьешь к этой штукой? Сука. Блин. Убейте его, пожалуйста. Это вообще жизнь какая-то. И ХП дальше не восполняется. Оно просто остановилось в развитии. Чувак, погоди. Спасибо. Блин, он не может увернуться. Он, в принципе, не способен это сделать. Это бесполезно. Он не уворачивается от ударов. Это как в Ведьмаке бесполезные увороты были. Отходишь на 10 метров и все равно попадаешь под удар. Это... Да ты заколебал швыряться!
Как эти это будут комбинировать? Типа во время удара его я должен щит нажать? А, ну в принципе логично, возможно. Ну-ка давай попробуем. Где он? Да бей ты нормально, ты хули ты занимаешься, ты демон? Ты зачем прыгаешь? Зачем ты прыгаешь? Нажимаешь обычный удар, он прыгает. Нахера ты прыгаешь-то, объясни мне. Сделали, блин, какое-то ебанутое управление, просто пиздец. Танк, блядь. Который вообще не танк ни разу, наверное. Он не уворачивается в таком режиме, я так понимаю, вообще. Блять, мне спасло ХП. Ебануться. Сюда. Ага. Не понял, я еще просто прыгнул и убил таким образом. Где эта мразь? Погоди, я вот эту мразь сначала съем. А, он со мной бегает, что ли? Ебать, тебя не поймешь вообще, чувак. А слушай, эта техника действительно работает с ним. Лол, серьезно? Оказывается, это работает. Вот этот костюм против него. Тут надо КП где-то накопить. Я вот тут только... Я даже предположить не мог, что это может сработать. Потому что против некоторых врагов это вообще не помогало никак. Алло, блядь, прыгай. Так, от червя подальше. Ну, ты мега-бросок выполнил. Нет! Так, ну херачим давай. Блин, успел. Лол. Ай. Ай. Ай! Хорош! Я впервые так близко подошел к твоему нокауту. Так, людей надо похавать. Да ты заебал! Своим швырянием. Где он? Он застрял где-то. Так, мужик. Блять! Отъебись! Да почему он улетел от меня? Ёпта. Прошу прощения. Но мне нужно ХП. Ага. А сколько у него ХП? У него мало, кстати. Вроде все работает. Тихо. Ай. Блин, эти еще швыряются, раздражают. Так, вот этот пока... Не убивайте его, блядь! Что происходит? Так, мне нужно срочно ХП снова. Я нашел тактику против него, это зашибись. Только он вообще ни хера не управляемый у меня персонаж, это вообще жесть какая-то. Ай, но я успел ХП подать. Ага. Вали! Оказывается, эта способность нужна. Кто мог подумать? Блять, надо что-то сожрать. Где взять? Нет! Уйди. А где люди-то? Мне люди нужны.
Да не по мне стреляйте, дебилы! Вон человек бежит. Блять, он сдох. Я просто рядом приземлился. О, там кружочек с хп. Нихуя себе. Бля, как больно. Он переплетел, отлично. Лол. Нормуль. Он почти дохлый. Чуть-чуть осталось. Что это было? Да хуярим его. Да прям чуть-чуть осталось. Добивайте его. Добивайте. Пацаны, бьем, бьем. Вы справитесь. Танки. Все, всю технику, все на него. Кабан один. Экипаж вооружен. Еще что-то. Все, отлично. Эй, Дана! Это что-то плохое, то, что наступил на него, да? А он живой еще? И это как грин. Вот что случилось? Она без сознания, но состояние стабильное. У нас новые проблемы. Блин, ну конечно, надо стучать. Они только что появились. И что на этот раз? Похоже, у меня появились планы. Сделай для нее все, что сможешь. Почему сейчас надо было ремонтировать? Ты, я вот сидел, ничего не делал, и ты ничего не стучал. Вот я сел записывать, он начал стучать. Спасибо. Да отойди ты что. У меня вообще проблемы. Так, босс одолен за 17 минут. Обалдеть. Тихо. У меня хп мало. Блин, что-то повсюду тут танки какие-то. Блин, не долетел. Что теперь? Мужик, короче, у тебя вообще проблемы дикие. Кто стреляет? Откуда вертолет здесь? Не понял. Когда ты успел здесь оказаться? На-на. Иди сюда. Или ты все? Ну, вот так все, ладно. Минус вертолет. Что так далеко эта точка с миссии? Блин, прекрати стучать. Ну вообще, когда я перееду, только чаще-то будет. Там типа новый дом будет чаще ремонтировать. Ну что ж теперь. Еще, наверное, совпадать будет все это. Что? Кто? Кто здесь? Кто мозгами обладает? Согласен, что это редко, но я тебя найду. Hold on, да. Тимоти Лон. О, Тимоти. Ну-ка, что нам покажет Тимоти? Сэр, мы будем вытаскивать этого из огня. Мне плевать, это надежда. Два утеса, Нью-Йорк или долбанная столица. Мы выжжем залезу и до конца. Чего бы это ни стоило? Сэр. Нью-Йорк дерьмовая гроша не стоит, если вспомнить, чем все может кончиться. Жгите его, жгите к Бениной матери? Какой? К Бениной матери? Что это вообще значит? Что значит Бенина мать? Это что-то отсылка к Человеку-пауку? Ну, типа Бен там, Бенин. Что? Ничего не понятно. Так, куда мне? Далеко вообще идти? Это, извините, человек, я и не хотел. Так, улучшение, во-первых. Давай посмотрим, что можно еще прокачать. Сколько у меня? 648. Давай что-нибудь прокачаем. Так, здесь все прокачано, да? Ну, кроме вот этого. Так, бой. А может быть, навыки? Во! Строить мясорубку в воздухе. Это крутая вещь. Сколько? Миллион стоит? А у меня столько нет.
700 тысяч. Ну, я вот это покоплю. Это лучшее оружие, наверное, здесь вообще. Захват на расстоянии неинтересно. Это тоже неинтересно. Чего? Я не хочу это прокачивать. Зачем мне это надо? Бесполезные абсолютно навыки мне дают. Где я и где, куда и куда туда бегу? А, вот. Вот сюда надо. На побережье. Ладно. На самом деле я просто люблю покушать. Что за звуки? А хер ли он тут делает? Он же здесь не должен быть. А, ну и я пошел отсюда. Нафиг надо мне. Делать больше нечего, что еще едь с этими драться. Не в миссии. Так, где-то тут человечек с головой ходит. Мозгами. Вон, мозги, идите сюда. Воспоминания мои. Тихо, 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 тихо. Чё смотришь? Ты кто вообще? Давай, его жрать можете. И как анимать твою собирается вводить это в бой? Так же, как агент Оранж. Что твою мать сейчас я услышал? Что я жрать могу? Чего? Что? Что дать уникальный комбо? Что? А, ну типа, я это, кстати, не знал. Ой, прости. Ты живой? А, ну теперь-то точно нет, тебе машина проехала. Эх. Блин, это ведь мой брат был. Точно так же выглядит. Вообще близнец. Нас разделили в детстве. О, блин. Бразильский сериал пошел. А что если это правда? Ё-моё, вот это потайной смысл. А что у нас там по городу, кстати? Оно вообще как-то странно распространяется. Ну, типа... Не все красное. В принципе, нормуль. А, побежали. С дороги, блин, человеки. Уйди. Люди-человеки, отходите. Людские человеки. Это что за хуйня была сейчас? Отстань. Все равно не догонишь, я быстрее бегаю. Меня кто-то добавил в друзья. Поворот налево. Эх, почти проскочил. Нормально, бежим. Блин, а зачем люди еще на улицу выходят в такой ситуации? Сидели бы дома. Больше шансов выжить. Может, за продуктами идут? Ну, блин. Воу, в натуре. Блин, не вписываюсь в поворот. Очень тяжело вписаться в него. Уу. Ебать, старику там повезло. Извините, извините. Чего ты там вякаешь? Кто-то там... Ух ты. Мерсер. Кто это? Неважно. Вам будет интересно услышать, что мне известно. 40 лет назад черная стража в надежду штата Айдахо, чтобы... Они в течение многих лет изучают вирус на животных, пытались выяснить, как он будет действовать на человека. А сначала ничего не происходило, они расслабились. Затем вспышка, вирус нашел для себя идеального хозяина, Элизабет Грин. Разработал образец вируса «Надежда». Они назвали его «Черный свет». Они доложили был копировать и комбинировать гены, водоизменяя носители. А, Гентек разобрал. А, окей. Ничего не напоминает. А должно... Вы не человек. Вы вирус «Черный свет». Но вы живы. Черная стража планирует сбросить на вас кое-что с самолета. Доберитесь до заправочной станции на крыше здания компании «Хайландс». Там вы найдете то, что вам нужно. Уизит, хо это, вот. Блять, то сюда бежал так долго, теперь обратно. Ну ладно.
Что ж теперь? Паркурит он, конечно, знатно. Чувствуется техника. Охренеть. Как он быстро меня засек. Блин, пацаны, я сейчас разозлюсь же. Я сейчас нажму две мышки и У. Там У должно быть. Блин, задолбали. Прощайтесь. А что, танки не взрываются тогда? Нет? А, ну ладно. Я думал, они сейчас взорвутся. Вот и все. Свалили. Я думал, танки взорвутся от этого. Блин, этот немощный танк, что ли, так взорвался в прошлый раз сразу? Почему он взорвался тогда? Серьезно, мне наверх надо? Что за... Чувак, от тебя ничего не останется. Опа, тихо. Кто? Кого? А вот этого. А, здрасте. Вот ты вообще зря один остался. Для таких ситуаций приготовлены эти штуки. Их целенаправленно обучали. Они мобильны, невероятно сильны, выносливы и могут справиться один на один с самым сильным из инфицированных. Ближний бой? Они для этого созданы, сэр. Да брось, серьезно что ли? Чего не могут? Херня какая-то. All good. Что? Ау! Мне пизда. Нет! Вертолет уничтожен, да? Был разрушен. Тут более как-то сглажено это сказано все. А, теперь я вообще нормальный. Ну окей. Как взлететь-то? А, shift. Че, нет? Пробел? Серьезно? Ну ладно. А я что-то разучился уже летать, походу. А, нет, нормально. Снова вертолетик миссия. А как садиться? На колесико буду. Не помню, какие клавишами там делается. Буду на колесико тогда. Так даже удобней, на самом деле. Опа. Я кого-то забрать должен сейчас? Вы кто все эти люди? Зачем их забрал? Помогать военным, пока не придет приказ возвращаться на базу. Как это работает? А, все нормально. Увлекательная сейчас миссия будет, походу. Но, по крайней мере, она не такая муторная, как многие из них, из этих вот, которые тут есть. Ну, куда бы? Они без меня не справились бы. Куда дальше? Разрушите все отмеченные цели. А, тут-то что ли? Серьезно? Может спуститься немножко? Просто опасно туда спускаться, в принципе, вообще. Офигенное оружие, хочу сказать.
Ой. Я не попадаю, да? О, сейчас попадать буду. Сколько там целей-то осталось? Куда ты стреляешь? Вертолетик. Во. Так, вот этот чувак может на меня допрыгнуть. Вертолет, блин! Уйди. В безопасной зоне надо находиться, когда стреляешь. Откуда не выползает? Я разрушил уже дом. Еще? Мне сесть надо? Не, не хочу то садиться. Там ад творился. Уйди с моей посадочной полосы. Взлетаем, да, отсюда? Нафиг. Нафиг оно мне надо. Неплохо. Слушай, у них работа вообще легкая. У тех, кто на вертолете, если со мной не сражаться. Типа, да и со мной даже сражаться-то. Залез на самое высокое здание. Я не допрыгну до вертолета. Иду к вам, пацаны. Блин. Уничтожить это говно надо, да? Нет, тихо. Умери. Ай-яй-яй-яй. Надо спрятаться от одного хотя бы. Как ты криво стреляешь-то, чувак? Почему при крене он не попадает вообще? Так, один минус, отлично. Как и машины летят без гравитации прям вообще. И помощнее бы пушку какую-нибудь, потому что это говно полное. Может так проще стрелять, кстати? Бля, я его не заметил. Сколько у меня хп? В принципе, нормально еще. Это ты заколебал своими швыряниями. Так, этот сдох. Готов. Следующий. Их два осталось, или один. Куда он стреляет? Не, ну в принципе этого-то мы убьем сейчас. Он один, если это вообще фигня. А это же должна быть какая-то огромная штука под землей. Пацаны, отходим. Лезем в самолет быстрей. Эвакуируемся, эвакуируемся, пацаны, пацаны, быстрей. Залазим, черненькие. Давай. Какой-то вертолет дебил приземлился рядом со мной. Просто кретин. Так вертолет взорвется-то. Так нельзя делать. Он сел прям на меня. По крайней мере, я не так сильно горю в этих миссиях. Откуда у меня столько места здесь? Блин, меня сейчас взорвут так. А я успел. Ха-ха-ха. Лол. Ага, отличненько. Сейчас я их убью, а то они мне помешают эвакуировать людей-то. По-моему, я там сейчас военных поубиваю вместе с этими тварями. Вот эти, не знаю, что это такое вообще. Почему не по городу? Там же должно быть какое-то существо гигантское, скорее всего, быть. Иначе это необъяснимо. Что это такое вообще? Что за черви?
Можешь просто взять и эвакуировать все. Ай. Как они шикарно кидают. Надо быстрее приземлиться. Может, успею? Хрен его там. Ну ладно. Рискуем. Быстрей, пацаны, быстрее, быстрее, залазим, залазим. Сейчас взорвут все нафиг. Действительно живо. Вон он уже залез. Валим, 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 валим. Призрак, хорошо. Ghost Well. Понято, Красная Поляна. Воу, вот это вид. Нифига себе закатик. И тут он красным стал. Блин, так красиво было. И неожиданно. Интересно, какая высота здесь возможно сейчас залетать? Вау. Дым мешает, конечно. Так красиво было бы. Это мы на базу, да, приземляемся? Сколько там туда народу забежал этот вертолет? Офигеть, сколько. Тихо, 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 спокойно. Посадка. В чем причина задержки, призрак 19? Подтверждаю. Вещество А113, которое мы из-за окраски называем кривотоксин, яд, который воздействует только на вирус черный свет. Мы используем его в городе, чтобы остановить распространение вируса и убить все зараженные им. Для людей это абсолютно безопасно. Действительно безопасно. Так как вы дышите им с того момента. Держите его! Стоять! Стоять! Да, неудобно получилось. Эх, плохо. Не отбирайте, пожалуйста, мои способности. Надо жрать их, получается. Так, гранатометчик, иди сюда. Кто стрелял? Откуда... Кто стреляет гранатометом? Я не понимаю. Где он? Где этот злой человек? Вот он, про которого говорили. Большой, гигантский. У суперсолдат расширены возможности перемещений и атак. Они могут обнаружить Алекса, даже когда он пользуется маскировкой. Они уязвимы для захватов, когда используют блок. Контратака надо было... Так, стоп, пацаны, вы что-то вообще борзые. Кто с гранатометом? Блин, ты заколебал. Жрем. Так, где еще? Ну там. Вот еще один. Контратака же была. Алло. Все, он сдох. Отлично. Супер солдат, блин. Тоже мне супер. Ой, их теперь много. Вот это хреново, ладно. Они, блин, разбегаются еще так хорошо. Не как раньше. Как это сделал? Да отстань! Так, сюда же никто не залезет. Что? Я хотел тут постоять, хп восполнить. Что-то не вышло. Миссии становятся сложные. Нет, да почему так далеко-то? Зачем? Зачем так тупо? Б.
Блять, базучки эти грёбаные, их ненавижу просто. Где он? Вот откуда он стреляет? Так, вот нашел одного гранатометчика. Откуда? Не ты, кто-то другой. Уебан. У меня хп нет. Отстань, ты мне только что-то подсказку давал. Нормально вышло. Дебил. Чувак попал просто в бочку рядом с ним стоящую. Я ж нажал. Я ж нажал то, что он хотел. В чем проблема? Что за дерьмо это было? Нахуй я-то грузовик взял? А, ну в принципе, ладно. Даже неплохо вышло. Стой! Так нечестно! Get back, блин. Почему отсюда просто не свалить? Бля, вот это они херачат. Я не знаю, что с этим делать, это пиздец. Ладно, давай попробуем этот взять. Супер свою оболочку, вот эту, которая защитная. Но это бред. Можно это пропустить? Почему это нельзя пропустить? Так, гранатометчик. Куда ты? Блин, долбоёб. Опа. Я знаю, что я сделаю потом. Надо вот критическую массу здесь набрать. Так, вот он. Сначала убиваем простеньких, наверное. А нет, может быть его сначала. Я ж нажал, вот почему? Опять я нажал, я хз в чем дело. А, типа нельзя другой ничего нажимать в этот момент. Понял, окей. Блять. Где остальные-то? Минус, есть кого-то? Кто остался? А вот ты. Отлично, критическая масса есть. А теперь нужно использовать эту штуку. Нет, блин, ну нет, ну сука! Пиздец, они херачат, это просто невозможно проходить. Что я должен сделать здесь, пиздец? Я его не хотел сносить, я хотел хп восполнить. Хп восполняем. Не то нажал. А, я убил его, лол. Кто-то стреляет еще. Вон тот гранатометчик, погоди-ка. Да ёб твою налево, что ж за... Как ты дебильно управляешься? Стой! Так, это сдохло. Это тоже сдох, лол. В чем проблема? Ну окей, я понял, как с этим драться. Так, ну только они вот этими ударами. Минус. Минус тоже, походу. Окей. Остался один. Не то, перепутал. А, не, все равно нажался почему-то. У!
Мы выжили в этом месиве каком-то ненормальном, абсолютно неадекватном. Что? Ладно, чуваки, извините, но тут, пожалуй, я с вами разберусь, вы меня бесите. Блин, почему он прыгает вечно? Почему ты прыгаешь, блин? Это такой бред, это такой маразм. Танк пришел. Нет, нет, только не ты! Тихо, стой, стой! Ёб твою! Валим отсюда. Где вертолет? Цель выполнена. Поднимаемся выше, чтобы там никого не было, в общем-то, и все. От вертолета. Оттуда мы его херакнем сейчас. Где он? На-на. Блин! Как я их ненавижу, эти гребаные вертолеты! Сдохни, пожалуйста. Куда ты полетел? Дебил, блин, иди назад. На, наконец. Минус один. Иди-ка сюда. Ебануться. Они в любом случае попадают. Такой бред. 47 минут, кстати, это заканчивать надо. Ой, блин. Удовольствие, конечно, от того, как они попадают по тебе, вообще нет. Я не человек. Откровение. Оно освободило меня и убило меня. Я не человек. Алекс, простая маска. Часть меня почувствовала облегчение, часть умерла. Еще одна маска, верно? Такая привычная, такая реальная, что я сам в нее верю. После я понял, что сам во всем этом участвовал. Вспышка вируса, поразившая надежду в 69-м. Черный свет. Но был секрет, закопанный еще глубже. Когда ты связался со мной, у меня не было выбора. Ты знал систему изнутри, и я был уверен, что найду у тебя ответ. Что это был за секрет? Эпицентр был Пенсильванский вокзал, а не Элизабет Грин. Кто бы ни выпустил чуму, кто бы ни сделал это со мной, я знал, что ты можешь сделать мне Макмалина. И что Макмалин знает то, что мне нужно. Наверное. Я не успел прочитать. А, я нужен, да, нужно то, что мне нужно, сказал. А нет. 81% населения. То есть почти весь город. Вертолеты быстрее и мощнее мощное оружие. Угон вертолета может решить исход трудного сражения. Чтобы угнать вертолет, выполните прыжок и с помощью Space, затем, находясь на вертолете, захват У. Кстати, да, я буду этим пользоваться. Удар в прыжке. А. Да, я хочу это сделать. Да, понял. Ну это просто потестить. А, я не ту кнопку нажимаю, лол. Вот и все. Мы свободны. А может и нет еще. Все, нормуль. Теперь у меня есть вертолет. Это очень легко, кстати, делать, походу. Вертолет это вообще имба. Где-то здесь задание. Приземлюсь около него, пожалуй. Почему мне сесть на дорогу вообще? Что мне мешает?
А нет, вот хорошее место. Мне кажется, идеальное. Хватает, что ли, тут места? Ну, в принципе, да. Мой собственный вертолет. Моя посадочная площадка. Прямо перед тем, где мне нужно находиться. Давайте на этом закончим, получается, 50 минут. Блин. Меня довольно сильно раздражает эта игра, так скажем. Ой. Надо было на легком играть, что-то она какая-то бесячая. И дело не то, что она сложная, а дело в том, что когда тебе много врагов прессуют, это раздражает очень сильно. Это не Секира, где ты один на один там сражаешься и пытаешься учиться. Это не Darksider, ой, Dark... Что? Это не Dark Souls. Это слэшер, который какой-то пиздец сложный. И плюс ко всему с дебильным управлением. Он не делает то, что я хочу зачастую. А, ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.